Главное преимущество цельнозерновых продуктов – клетчатка, которая так важна для микрофлоры кишечника. Но частенько продукты из цельного зерна уступают во вкусе, они более жесткие и мучнистые. Ниже я покажу, как приготовить вкусные, тонкие, голландские вафли, но такое тесто подходит и для толстых, бельгийских, вафель. Просто увеличьте время выпечки до 7-8 минут. Вафли получаются тонкими и хрустящими, а еще легко готовятся. Подготовьте все ингредиенты. В одной миске смешайте все сухие ингредиенты, а в другой жидкие. Соедините сухую и влажную смесь вместе. Разогрейте вафельницу, смажьте форму маслом. Выпекайте вафли 3-4 минуты. Разогрейте вафельницу, смажьте форму маслом. Выпекайте вафли 3-4 минуты.